Погнул. Мурлок. Я вообще блинца измеряю тут. Подержи там, пока... Ну-ка, дай. Так, кот. Ты, блин, не мешай. Ну, мурлок. Да дай ты... Ну все, ящерица спогнулась. И что теперь? Как ее мерить? Ты во всем виноват. Блинец. Так. Так. Что тут? Что-то 44, но она выгнулась. Так. Блин, мне надо, чтобы ты пригнулась, вот. И нет, и растянись, пожалуйста. Ну, чё тебя крючит, а? Мурлок нам все испортил. Стой, вот. Вот так, отлично. Вот. Так. Ой. О, 46 сантиметров. Да. Видишь, какая ты длинная, смотри. Ой, что это было? Всем очень понравились твои крупные планы, которые Макс снял. Блинцов глаз. Да? СМС. Я никак не могу эту аббревиатуру выговорить. То есть я могу слово аббревиатура сказать, но слово АСМР я не могу нормально сказать. Вот. Зато я могу... царапать ящерку. Ты прекрасная жирнота. Не надо меня облизывать. Там агамовые зубья. Если она захочет, она ими может больно укусить. Но она не хочет. Да, блинец? Ухо. Ой, шатает. Скажи, меня не проведешь на ваши бананы ненастоящие. Червячка бы. Будем жевать червячков? Сейчас я тебе принесу. А кто это тут? Мурлок услышал слово «червячки»? Блин, нет. Ну, кот,
Не видно херицу. Ложись. Кусок идиота. Маловато будет. А еще? Почему я не хамелеон, да? Блин. Стрельнула бы так языком. И все. Быстро заканчиваются, да? Бесит. Не трогайте голову. А то помнете прическу. Меня тоже бесит, когда меня за голову трогают. Все, больше тебе не надо. Ой, у тебя с пятки шкура слезает, смотри. Хе-хе-хе. Ее можно съесть. Ты не любишь шкуру с пяток? А чё? Хрустит. Полезно. Решайся. О. Пяток невкусно. Всю же остальную съела. Или ты не хочешь, чтобы это было на камеру? Есть там еще что-нибудь на пятке? А на другой? А другая просто грязная, да? Ты что думаешь, что это тебя самец, что ли, кусает за спину? Да нет. Что там у тебя с попой? Нормально, все толстое. Толстое. Мурлок, иди сюда. Кот. Да, привет. Играй со своей ящерицей. Сейчас сделаем подставу. Ну,
Ну смотри, ты кусочек уронила. Вот, подбирай правильно. Молодец. Ты хрустом Мурлока напугала. Он думал, что это ты его укусила, наверное. Ты хочешь от него кусочек отгрызть? Да? Отлично.